В Москве дождь. В ближайшее время он может прийти и в Чувашию. Столбики термометров поднимутся до плюс 2. Из осадков ожидается снег, переходящий в дождь. Местами переохлажденный дождь, сообщает портал погода21.ру. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Зимняя погода вернется к концу недели. Температура воздуха опустится до 3-5 градусов мороза. На дорогах образуется гололедица. Прогнозы на 31 декабря и 1 января носят пока предварительный характер. По ним в новогоднюю ночь ожидается 5-10 градусов мороза. Также накануне Нового года атлантический циклон принесет снегопады.